Мне пока одному хорошо. У меня это, как сказать правильно, отдых от отношений. Так, тут обезьяна с гранатой парковалась только что. Кстати, я когда вижу каршеринг, либо учебную машину, либо женщину за рулем, я стараюсь это на две полосы левее или правее брать. Я вообще обычно... Обычно, да, работаю. Но не в том понимании, в котором работаете вы. О, Лёш, привет. Какой же... О, Карина, что, блядь, что ты говоришь такое? Если вина грузинского не привезешь, все. Вот можешь мой номер забыть навсегда. Кинзмараули, напоминаю. Красная, полусладкая. Бутылочку везу. Ты ж моя сладкая. О. Так, значит, я с пятницы на субботу поздно вечером буду по статистике женщины ДТП создают в 3 раза реже мужиков. Так что нехер. Потому что вас водят в 5 раз меньше. Поэтому вы и меньше ДТП создаете. Слушайте, я вам поснимаю, как некоторые женщины паркуются. Извините, конечно, меня, но это полный П. Лёша, я не в офис еду. Я еду... Сегодня меня в офисе не будет. У меня другие планы. Опа. Пошла жара. Как с Лилией? Не хочешь вернуться к Лилии? Зачем? Зачем? Мы друг другу не подходим. Так. Понимаю, нам направо. Кто, кстати, хорошо Москву знает? Я вот потихоньку, сколько я сел за руль? 2 месяца назад в Москве. Уже что-то повыучивал хоть немножко. Это была вообще беда. Как относишься к Чуеву? А, могу сказать, что Чуев не пропадет. В этой жизни такие люди не пропадут. У него всегда будут деньги. Сам я из Беларуси родился в городе Гродно. В школу в Бресте ходил. Университет заканчивал в городе Минске. А потом переехал в Москву 2 года назад. Так. Что у нас по парковке? Есть местечко по парковочке. Оп. Даже можно еще. Я из Бреста. Я тебя искренне поздравляю. Кстати, в Москве не так уж холодно, как мне казалось.
Оказывается, на улице уже аж целых 7 градусов. Так, ну давайте, я приехал чуть раньше, у меня еще есть минуток 10. Поотвечаю на ваши вопросы. А раньше был военный, почему бросил это дело? Честно признаюсь, потому что очень мало платят. В белорусской армии средняя зарплата у офицера 500-600 долларов. Как бы прожить на эти деньги, я бы сказал, выжить на эти деньги, а еще там впоследствии надо в последующем семью заводить, детей. Как бы выживать не хотелось, поэтому бросил. Форма к лицу. Ну, не сложилось, извините. Кстати, когда высыпаешься, вообще себя так прекрасно чувствуешь. У Ефременковой был на новоселье в новой квартире. Не приглашала. Если пригласит, то обязательно съезжу. Музыку послушайте на радио. Радио включайте, слушайте. У меня образование, да, высшее юридическое. Выше. Гоу ко мне высыпаться. Начинается. Девушка, почему вы себя не цените? Вот как к вам будут мужчины относиться, если вы первого встречного незнакомого парня зовете к себе сразу в постель? Кому вы такая нужна будете? Называется, как бы так красивее сказать, чтобы не обидеть. Поведение шлюхи. Я свободен. Ладно, пойду радио слушать. Видишь, какая ты послушная, молодец. Значит, мужик твой будет счастлив. Ты что приехал в Москву-то? Приехал бабки зарабатывать в Москве, как и все. Поведение про фурсетки. Ну или так. Интересное слово. Я, честно говоря, не знал его значения, признаюсь честно. Какой ты грубый пиздец. Ну ты прям вообще. А ты вот прям вообще. Воспитание у тебя высшее, конечно. Так, какая у тебя машина опять? Машина. Какой телефон? Машина. Машина, телефон, машина, телефон, машина, машина, телефон, машина. Нас больше ничего в этом мире не интересует, только какой у парня телефон, какая машина. Машина и телефон. А чё все молдаване и белорусы прутся в Москву? А нам здесь нравится очень. Нам очень нравится в Москве. Ты когда в прямой выходишь, список предоставляй по вопросам к тебе, чтоб не игнорил. А деньги? Ну, ты на другие вопросы не отвечаешь. Вы другие вопросы не задаете. Ребят, не нужно пиздеть, пожалуйста. Вот не нужно пиздеть. Вот на все вопросы, на которые я считаю нужным, я отвечаю. Если вы мне 10 тысяч раз задаете вопрос по поводу Лилин, и я не хочу на него отвечать, ну, значит, я не хочу на него отвечать, понимаете? Сам ли я стригу бороду? Когда-то сам, когда-то в барбершопе. Я часто стригусь раз в 2 недели, поэтому, если это важно. Деньги, деньги есть. Есть деньги, зачем тебе деньги мои? Что ты будешь с ними делать? В Ростове не был. На диете нет, не сижу. Бросил всякие диеты. Кушаю то, что хочу. Стараюсь херню не жрать. Иногда ем, честно признаюсь. Вот, поэтому... Вообще, конечно, хочу полностью отказаться от фастфудов. Но...
Вот вообще что-то я в октябре, я скажу честно, я себя подзапустил. В июль, август, сентябрь так прям хорошо по боксу тренировался, там 3-4 раза в неделю. В октябре что-то подзапустил себя. Сейчас буду возвращаться. Квартира, деньги. Все, иди нахуй, честно, блядь. Пожалуйста. Просто берешь вот из этого эфира и идешь просто нахуй. Своими, блядь, квартирой и деньгами. Вот бабы, которых интересуют только бабки, вот никогда вас не полюбят. Никогда. Всегда к вам будут относиться как к игрушкам или как к средству, куда можно справить свою нужду. Это я вам отвечаю. Вот зуб даю. Девушки, которые интересуются своим мужчиной, не только его материальным достатком, всегда будут любимы. И этот мужик их сделает счастливой, и они будут намного богаче, чем те, которых интересуют только бабки. Вечер.